Призовут на помощь юристов до начала призыва. Сегодня в Татарстане открывается горячая линия для консультации будущих новобранцев. Инициатором ее открытия стал уполномоченный по правам человека в республике. Ответят на вопросы позвонивших представители омбудсмена, военного комиссариата и члены Союза молодых юристов. Все номера указаны на экране. Советы специалисты будут давать до конца недели.